Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Соскучились? Я тоже соскучилась. Вы не думаете, я культур-мультур или порядок навожу в кухне? У меня, блин, как там как назло, то одно, то другое. То дверка сломалась. Дверку сделала. Потом что-то с холодильником, что-то не то. Опять мастера вызывала. Думаю, да что ж такое, меня кухня никак не отпускает. Ну что? А вчера я решила еще один теракт сделать, что называется. Это ужас. Ужас, ребята. У меня вчера приезжал... я не знаю, как это... Раз в год котлы приезжают, проверяют, да... И я как-то вот здесь вот думаю, что-то здесь как-то сухо у меня, и трава какая-то такая прям страшненькая. Думаю, надо здесь все полить. А у меня здесь два крана. И я включила воду и думаю, ну ладно, пока он у меня котлы проверяет, у меня поплевается. Ага, да, я забыла, я вообще забыла. А было это, сейчас вам скажу, во сколько. Ой, часа в 4 дня. Слушайте, я сегодня в шоке. Я сегодня спустилась в подвал, смотрю. Думаю, а что же у меня такое? У меня стена мокрая. У меня, вы видите, я так переживаю, что я даже забыла, как называется, колодец. Он был просто вровень. Я тут в резиновых сапогах шастала. Он был вровень просто наполнен водой. И вот вы видите, где вот это вот все вокруг у него? Это все вот посуда была вода. Мама дорогая, вон она еще стоит. Вы представляете? Это вот до чего нужно быть умным человеком? Угу. Включить воду и забыть про нее. Ну, тут хорошо все пролилось, конечно. Полила я тут все замечательно. Теперь все прям это... Вон лужи кругом. Теперь сейчас травка тут подрастет. Потом я ее покашу. Слушайте. Прям что-то час от часу не легче. Прям. Это ж надо было придумать, а? Полила. Вот это да. Вообще забыла. Вот напрочь из головы. Да? Ты тоже в шоке? Да. Непонятно. Вода. Вода у них тут лилась. Ой. У вас такое бывает? Нет? Это прям кошмар какой-то. Это не кошмар, это пипец. Ой. Ну что, дорогие мои. Ну, откачивается она потихонечку у меня здесь, уходит. Хорошо, у меня здесь насос и все. Вот вровень просто. Вот это вот по крышку. Крышку сняла. Вон, видите, даже еще крышка вся мокрая. У меня... Я, честно говоря, думала, у меня трубу какую-то прорвало. Я даже не сразу вспомнила, что у меня здесь вода льется. Мама дорогая. Ну, хорошо, зато все полилось. Прекрасно. Ой, ну что? Ну, вы хоть мне что-нибудь напишите, черкните, расскажите, что у вас там нового. Я правда что-то прям в дом влезла и никак меня, мне так прям зашла и думаю, начну я с кухни генеральную уборку и никак дальше не выползу. Ой, здесь-то вроде видите, косить еще рано мне. Я думаю, надо мне что-то покосить, на улицу захотелось выйти. Ну вот вышла. Угу. Ой. Вот, видите, у меня тут охрана везде, на каждом углу. Да. Эту девушку прозвала Рыськой. Она все время сидит на лавочке. Открываешь дверь, она все время на меня шипит. Прямо я говорю, ты как рысь, маленькая только, рыська. Да? Ты красотка такая, с коричневым носом и зелеными глазами. Да. Ты кушать, ты проголодалась уже, да? Ты моя хорошая, да. Ну не плачь.
покормлю. Что еще остается делать? У нас 2 месяца, наверное, уже 2 месяца получается, да? Дождя не было. У нас прям вообще... Я так иногда просто вот шланги перебрасываю, да, и поливаю. Здесь у меня вроде как все нормальненько, все полито, все хорошо. А там я вообще ни разу не поливала. Ох, ну полила теперь, все хорошо. Сейчас еще пойду в подвале пол помою. Прям вот развлекаюсь я. Как могу. Себя развлекаю. Вот. Вот такие у меня новости. Видите, какие прекрасные. В этом году как-то прям даже и яблок мало, скучненько как-то все. С урожаем нам что-то не очень прям повезло. Ну ничего. Так, по одному яблочку срываем. Что-то у нас есть. Ой, там не пойду, там, наверное, роса, и здесь роса. Ой, сейчас кроссовки все мокрые будут. Да, вон яблоки еще висят. Так, кое-где. Вот. Ох, вот такой теракт я решила сегодня сделать. Ну что, дорогие мои, всем вам хороших выходных. Остался последний денечек, пятница, да? Всем мира, добра, любви. А пока, пока.